Привет, друзья! Я Любомир Борода, и это мой канал. Первый влог в этом 2019 году. Ой, ничего новогоднего не снимал. Вот, новогодние праздники больше дома просидел. Посмотрели с семьей фильмы, пили чай. Вот, что-то делал по работе, планировал новые дела на 2019 год. Вот, а сейчас я в Киеве. Мотнулся на концерт, приехал на концерт, посвященный выходу EP-шечки группы Stinx. Вот, очень доволен. Вчера был этот концерт, вчера не снимал ничего такого влогового. Вот, решил уже после концерта вам все это дело рассказать. В общем, концертом очень доволен. Вот, покажу вам сейчас, как это все происходило. Играло три коллектива. Один «Пьяная шваль». Ну, такие молодые парни. Не очень меня впечатлили. Играют такой краст. Вот, выглядят просто как-то совсем не антуражно. И вообще, ну, как бы, когда смотришь на сцену и слушаешь то, что играют, она как-то, картинка не синхронизируется. Потому что смотрятся так, как школьники, а играют вроде так, как... сумасшедшие чувачки. Траублы очень порадовали, вообще прям такой огонь. Я, в принципе, и на концерт поехал, узнал о концерте от Стасона из Траублов. Вот он написал пост в Фейсбуке, что купил новую гитару, и звучание этой гитары впервые на концерте можно будет услышать 12 января вот на презентации Пихи Stinx. И я что-то на эмоциях прям думаю, ни хрена себе, какой концерт, надо ехать. И буквально там в течение получаса я купил билет туда-обратно, то есть до Киева обратно, и сразу билет на концерт. И, собственно, поездка была запланирована еще в декабре. Совсем ничуть не пожалел, что поехал. Очень круто. Траблот выступили очень жирно, профессионально. Так прям вот мощно бывает, знаете, такое. Бывают команды слаженные, у которых чувствуется, что они знают, что делают. И секут в стиле, в котором играют. Вот такое не всегда можно встретить. Забудем сегодня, не? А чего вы стоите, блядь, как задроты? Умеют общаться с публикой, завести ее, чувствуют настрой аудитории, для которой играют. И это все чувствуется, именно дыхание такое на одной волне, общие какие-то настроения. Stinx. Очень круто, я видел их в первый раз, до этого только слышал, слушал и немножечко общался на Facebook. Вот. А вчера было приятно. Развиртуален, вот, послушал живьем, охренел от того, насколько качественно, профессионально сыграны панк-роки. Вот, это просто кажется так, то, что панк-рок вроде там два аккорда, я играю гордо, но его надо уметь играть, и уметь играть красиво, а чтобы это было в стиле, фирменно и жирно. И вот у Stinx это получается прям на 5 с плюсом. Я очень доволен, прям
не всегда бываешь, не всегда даже такое впечатление большое на тебя оказывают западные коллективы, а тут я просто охренел и очень-очень рад, что поехал. Чайня посоветовала магазин, называется Мимисо. И магазинчик типа с японскими всякими штуками. Магазинчик со всякими японскими мелочухами. Вот. Я зашел и залип, короче. Всякие бутылочки, ручечки, куча каких-то ништячков, всякие дорожные маленькие наборчики. Вот. И все такое припиздатое, что прям вот офигеть, набрал. Вон, видите, сколько всякой всячины, короче, там чего только нету. Много. Дочки, что-то сделал жене, какие-то там термокружки, термосы маленькие, короче, блядь, ну, все такое кайфовое, прям не знаю. Вот, и что-то, я даже собаке купил шампунь там. В принципе, показывать особо нечего, ну, иду я по Хрещатику, скоро пойду в поезд. Вот, следите за видосами. Скоро будет видос с обзором на поясную сумку, но не хардрайд. Вот, это должно быть, я думаю, очень интересно вам. Вот, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего хорошего.